Всем привет! Сейчас я покажу вам, как правильно поменять испаритель и заправить картридж в Smout Knight 80. Для начала снимите картридж и достаньте испаритель. Выкрутите старый испаритель из базы и выбросьте его. Возьмите новый испаритель, хорошенько смочите его со всех сторон и сверху. Вкрутите его в базу и установите в картридж. Откройте заглушку и заправьте картридж. Установите его обратно на мод и подождите буквально пару минут, чтобы не сжечь новый испаритель в первые секунды парения. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.